Удали доскалы. 8 минут. Заебали они с своими новостями, блядь. Раздел соглядите, ахуй, блядь, с своими вакансиями. Т4 мне давайте, блядь, делайте, блядь. Четверг, пятница. Да наебало вы это, блядь, не верь, нахуй. Вот друид инвалид есть. Хорошо. Все, логинись. В игру. О, блядь. Завтра, послезавтра. Кто там у нас первый на очереди, блядь? На Т5. Угу. Все совы уступили тебе, да? Ну, если Пристовский падает, забираешь. Кто опускал тебя? Там Рарник первый. И Эвилаша. ДКшный. Трол тут. Плавай рыбу. А рыбы нет. Ох. Сейчас, одну минуту, Слав. Пиздец. Ладно, гоу. Пиздец. Посыти меня просто и выкиньте с моря. Прям сразу во фрейм босса заходите. Захиливаем это дело. Вот и это по КД повторяйте, чтобы все жевали еще. Ты, Ваша, дашь не зипку на этом клэпе. Давай, хулидринг, там раздупляйся. Крылья по КД раздал. Вот сейчас можешь давать крылья. Изо всех сил агро набирай там. Сейчас прохиливаем тогда этот клэп прохиливаем. Ну вот как нахуй? Вставалку юзай, Катрисе мыт Фокса, а Катрисе КД. Ладно. Сейчас этот хулидринг дашь. Я... Сейчас после топа тарезну мыт Фокса нахуй. Вставай. Фулл баф по нему. И фулливаем. И дамажить фулл ДПС. Не проебите хэлэй мыт Фокса, блять. Мыт Фокс дубовую сейчас отдашь. На топот. Давай дубовую. Не вижу, блять. Пизда нахуй. Да идите нахуй, блядь. Сапротом, блядь, издыхают. Да. Пиздец. Вот что такое тонкий нахуй, я не знаю, блядь. Или дашь гим. Говно какое-то нахуй. Да в пизду, мы просто не живем нахуй. Я не знаю нахуй. Ну, какие хилы там, ну-ка. Донор, хил 13. Хули живут нахуй, два тела лежат нахуй. Они первый раз сдохли и второй раз. Кули живут-то, блядь. Кто ДПСить будет? Может тогда сразу в 22 пойти, блядь? Я не знаю, нахуй. Ну, круг исцеления. Ну, урона нету? Я не ебу, что нету, блядь. 4 хила. Кто там проносит? А чё у Ханта по ДПСу? Хант, блядь, дохуя дамажит, нахуй. Осталось только, да. Осталось только, чтоб хилы вывозили, блядь. Пиздец, нахуй. Я не знаю, нахуй. Давай, друид инвалида попробуем. Друид инвалид, ты тут? Раздупляйся, давай, пошли попробуем, блядь. Хочешь хилак кинуть? У нас резко Д, да? Ну все, бегите, блядь. Попробуем, значит, вместо кого его кинуть? Вместо бидона, блядь. Можно точечно резнуть, я вообще тут не ориентируюсь. Потеряюсь по пути. 272, блядь, паладин и 15-ка. Камой налево. Ты про себя, что ли? Да, он про себя. Я кнопки выжимаю, нахуй, вообще не дамажит. Как будто, блин, сзади это груз какой-то зацепили. Второй треки сейчас вроде не особо дамажит, в принципе.
Так реворка еще не было. Ретрики посасывают нормального такого. Так, Бидон, попередохни пока, блядь. Че, когда-нибудь на вашей улице праздник будет? Надо попробовать. Я не знаю, больше даст друид инвалид в хиле, нет? Профита. Друид это как бы, я не знаю, сложно. Ну я не знаю нахуй, а кого тогда менять нахуй? Не прохиливается нихуя, нету ходок нахуй. Холи прист это мгновенное. А обновление не, она не заспамит нахуй. Потом, блядь, щиты тоже ты не накидаешь на всех, блядь. Вот и дохнут люди нахуй. Он цепуху одну дает нахуй, и издыхают три человека, блядь, два нахуй. Как это засейвить? Ну как это засейвить? Тут два одни и те же, значит, это сейвить надо. Сколько паладинов в рейде? Один. Трипала, блядь. Кого сейвить там, блядь? Надо, чтобы они жили, нахуй. Ты хотела, если умрут одни и те же, то можно точечно пытаться засейвить именно их. Просто ну, накидать. Ну почему одни и те же? Нет, смотри, у меня что-то щиты вообще. А потом другие начнут падать. Не, я вижу, что падают 2-3 подряд, хейл и матфокс. Ну, потом другие начнут падать. Это уже проходили. Дело не в этом, да. Дело в другом немножко. Может, всех вообще сапроты выпьем? Даже ТДшники, типа, ну, как бы, все понимаю. А ДПСа здесь. Ну, в прошлый раз мы до 20% попустили его. Я не ебу, нахуй. Я вопрос задавал, нахуй. Типа, вы это все навскидку говорите. А считал кто-то, блядь? Че лучше, нахуй? Пятый хил? И все с ДД фласками. Или 4 хила и все под саппортами. Кто больше даст? Если челик может дать... Он может 15к давать ретрик с шеемом, нахуй. 4 хила. А может 25 давать, нахуй. Вот и считаем, 4 блядь. 4 хила, все под саппортами. Ну, только нужно, чтобы челик какой-то был, который 25 дает, нахуй. А не те слоты, которые там 15к, 16 дают. Мы 4 хила, мы, во-первых, не живем, блядь. И ДПСа нету. Надо, блядь, чтобы выжили, я хуй знает, процентов до 50 босса, и уже потом смотреть, что сагро будет. Есть шкаф? Ну, ДК, роги нужны, кто еще? Эти шпшники и все. И закроет царей. Угу. А мне холипала надо было делать, я бы сейчас бухилил бы. Никогда не поздно начать. Я одевать заебешь сама. Холипала? Холипала, да. Самая легкая в одежде. Может быть. Это тот шмот, который нужен только холипалам. Тебя конкуренции практически не будет. Да он даже может любой шмот, даже тряпку одеть на холи кожу. Да. Клеенку накинул, да помчал, блядь. Ну да, базара нет. Да, драную пельенку. И на латы конкурентов у него не будет, но. Кроме как. Надо, чтобы эти латы еще выпали. Так, все готовы, давайте подходим. Стой, там Бен еще ману не отпил. Да вы заебали, блядь. А игра залеть ему что ли, у нас так это, быстрее надо время. Его поел, Бен. Залейте, Бен, все, погнали. 5, 4, 3, 2, 1. Первый прохилил, на второй и Вилаша дает незыбку. Че с хп у меня? Незыбку Вилаша под этот клэп. Вот как нахуй? Резнули, вставай. Ну быстрее, вставай и захиливай его. Захиливай. Каску, лапу, пристабав. Захильте Хэва. Хилай минус. Где так, ты был вообще? Тебя... Вадикон, резай. Сейчас рада, это Хридринг, да, что я массакру? Я только шо сдавал. Зубы по себе сразу. Ну хилай, не уроните сейчас. Я, на... Просто, блядь, типы падают, я хуею нахуй. Хуёво, когда нет зубов, нахуй.
Вот, блядь. Да это, блядь, ну какой ДПС, если челики лежат просто? Мэтфокс резает бенстиллера сейчас. Я не знаю, жмите какие-то, блядь, щиты маны, какую-то залупу, блядь. Снова фулл баф по рейду. Не, 4 хила это хуета, нахуй. Пиздоболие это все, нахуй. Я вижу, не вывозите его, блядь. Ну, сейчас всех подняли. Ну, давайте вот еще, блядь, следующий надо... Сейчас, Олен, тебе дашь гимн на ХП на этом клэпе? Пизда, чуть не обрыгиваемся, нахуй. Ну, ну на этом боссе, я так понимаю, так и должно быть. Сейчас я, походу, гимн дам. Пиздец, ебать, сносит. Хил. А, сейчас призов прохилим, прохилим, поделаем. Пойдем. Че, соблюдать инвизибл? Да. Еще пока не надо. Да нет. Прохил, на следующем клэпе дашь массакру. Сдавай два клэпа назад. Если никто не сдохнет, можем убить. Если не зыбка откатил. Блядь. Ну вот, пацана разъебала нахуй. Просто огромный. Если зыбка откатилась, можно не зыбку сдать. Три танка не помогают нахуй ничем нахуй. У кого БР есть? Триси. Риси его, блядь. Вставай. Фулл баф по нему. Каску, лапу, пристабал. Миндалька, дашь на клэпе этот гимн на ХП? Я знал. Медалька, есть гимн еще? У меня есть. Да мне надо знать, что медалька есть, но гимн. Все, я нихуя не вижу. Да, есть. Все, ладно, ты прибереги его пока, не давай. Все, пиздец, нахуй. Не, не везут 4 хила тут. Если грамотно сейвы отдавать, а не вот, то это будет нормально. Какие сейвы, блядь? Ты считал, сколько сейвов и сколько раз мы сдавали? Да хуя! Бой, да хуя! Че ты сейвом считаешь, блядь? Сейвом. Вот смотри, сейчас я убью это, сдохнем на боссе. Медаль дашь на клейпе этот гимн? Давай. Уже разъебывает. А куда босс отошел, блять? Почему он отошел? Фокс. А, Ведикон не Беллин, да? Ладно. Сало. Ну а смотри, Войд, у нас есть незыбка, две массакры, 5 гимнов и 3 спокойствия. Если грамотно это сдать, грамотно сдать, это все можно реально задолжить. Даже почему спокойствие 3 ведь? Спокойствие не дается на рейд. Да дело не в том, что я знаю, что спокойствие дается на рейд. Смотрите, у нас даже столько, 4, 5, блядь, спокойствий. Ну ладно, выкидывай. Вот давай, блядь, КД этого тяжкого удара я 15 знаю. Секунд, нахуй. Да, я знаю, смотри. Бой 6 минут, может... нахуй, вот и считаем, нахуй. Как ДБМе можно выделить все эти... Вот у меня, как они... Откаты? Откаты, да, масс бафов. У меня, это вижу, озарение. Да и Викауру мне еще качать надо, ведь я не хочу качать ее. Сейчас посчитаем сейвы ваши, нахуй. Я сказал, смотри. 5, 4, 9, 10, 12 сейвов. Первый прохиливается спокойно. Первый спокойно прохиливается. То есть там это, скажем, я вот чешку сдам, килая сдал с чешку. Все, мы это прохилим дело, там, все дерьмо. На второй незыбка сдается. Третью тоже надо прохилить, постараться. Значит, и пошла массакра, прохил, там, не знаю, еще там гимн, прохил, там все нормально будет. Просто сейчас как сдали-то все сейвы эти массы, я ни хера понять не могу, как их сдали. Так. 1, я думаю, не поменять ли мне чешку на ключ, чтобы быть чуть-чуть плотнее, потому что меня шотает. Ну, ты куда-то убежала прям, я не знаю, я тебя щит кидаю, и не кидается на тебя щит просто. Я стою под боссом в его фрейме. Уйди в зодочку, уйди в зодочку. А чё всего 13 ебальников припод пьет? Ничего не понял. Ну, пидор, да, она не хилилась, потому что была в форме духа уже. То есть ее уже шотнуло, она в форме духа, ты ее никак не прохилишь. Да. Да, форма духа не хилится. Блядь, пиздец, это думаю, что за хуя. Она два раза была в форме, поэтому не хилилась. Я серьезно, наверное, ключ надену, потому что меня шотает. Девай, а ты это можешь не прохил. Можешь вместо алтора в чашку возьмешь?
Я думаю, она больше даст. А, нет, понимаешь, счеты они пробуют периодически. Сами по себе чешку надо прожимать, и у нее КД. А если я буду цепухой мне дают подхиливать? КД. Меня... Или мне может подхиливать цепуху. У меня, СПД, у меня ДПС упадет с 23 косарей до 15. Ну да. А здесь можно немножко РДД стать на ранжу? Нет, может, не думаю. Может, погробило 130%, а не 100%. Так, называй сейвы свои, как ты говоришь там? Смотри, есть незыбка, две массакры, пять гимнов. Незыбка 2 минуты. Да, массакра 2 минуты. Массакры... 2 минуты. Две каждая по 2 минуты кдешься. Так, сейчас дальше. Я, значит, скажу. Значит, смотри, незыбка. На 13 секунде это первый удар. Ну, Транквил. Давай я спек скажу. Транквил, сколько? Как это, подождите секунду. А нет, под Геру, да, наверное, можно без масс сейвов как-то выживать, нет? Хилы что, не справится под Герой 35 это секунд? Это нужно, первые. Чтобы у нас Варахей, скилла и просто там, не знаю, ну вот, килая, чтобы там прожимала жестко одну, поспамила кнопку одну и Варахей. Мы потом их иннерами подымем по мане, если надо. Но ну, просто нам смотрим. Так меньше времени понадобится, чтобы распределить их. Посмотрим. Просто давайте сделать надо так, чтобы чалдедешники отдали свои эти. Вот смотри, вот. Так, две незыбки на 15, на 2 15 и 4 15. Три незыбки за бой мы даем. Да. Дальше считаем сакры. Значит, массакры, две. 30 секунд. То есть это все за 2 секунды считаем, чтобы этот удар массакра... Да, смотри. Сакра, массакра... Что, Серджи уходит, нет? Впало. Давайте фастом еще трай, и я пойду. Так, на 30... 2.30. Дальше. Транквилов у нас 4. Мы не будем тебя считать. Не, даже 4 транквила мы считать не будем тебя. То есть, чтобы ты часа ДПСил, не хилил. Так, попал. Попал тоже 3 раза за бой, дует. Хпал. Да. Перед 45 секунды на 42, ну, примерно на 42-43 секунде, значит, хпал дает сакру. На 45, 2.45 и 4.45. Запоминайте. Хпал. Так. Сейчас мы пробелы должны заполнить сейвами. Где... Какие сейвы там еще есть, кроме этой хуйни? Ну-ка, 5 называем. Гимнов есть. И 4 так. Спокойствия. Так, значит, 60-ю секунду. Спокойствие, КД. Спокойствие, КД. Смотри, Вань, можешь так реализовать, чтобы Катрисия улетел в вторую группу уже? Спокойствие, КД, быстренько. Сколько, скажите? 8 минут. 8 минут. Блять. Это хуйня какая-то. Вань, поменяй, не знаю, крипт либо седжу с Катриси. Нам нужен этот во второй пати друид. Надо, чтобы друидов тогда, вот у нас их 5, надо, чтобы их было. Ну хуй с ним, хилы себя, допустим. Смотри, нет, вот, смотри, объясняйте фишку спокойствия. Она хилит пати, не надо, смотри, да, блядь. Да, нет, смотри, вот ты послушай. Да ты заебал, блядь. Так. Надо, но чтобы два друида были в двух пати было по два друида, блядь. Не пати... надо два пати по два друида. А нахуя смотри, в каждой пати друид, как ты хочешь? Смотри, мы, если спокойствие. Спокойствие юзая друиды, получается, просто мы сконцентрируем внимание на других пати. Вот и все. То есть третий, четвертый в приоритете будут, чтобы туда друиды залетели. Нихуя не понял. И... Ты, смотри, ты не объяснил самого главного. Друиды будут давать, что, смотри, пати сильно захиливать. Да, третий, четвертый пати захиливается по прям... Да, по одному друиду будут давать. Да, третий, четвертый пати, третий, четвертый, пятый пати – это приоритет по друидам. То есть нужно, чтобы туда там было спокойствие. Смотри, мы сдаем Транквил, Мэтт Фокс, Вадикон, на какой-нибудь сдаем там на пятый. Смотри, как у меня сделано. Сейчас я тебе и говорю, да. Надо просто сюда еще по друидам давать, чтобы они раз дали, и потом на другой раз. У нас тогда не получится по этим, по групповым бафам тогда. Я думаю, никто не скопировался никак. А ты как, смотри, хочешь, просто... чтобы дали третье, четвертое, а потом смотри, друид инвалид, смотри, и Катрисия? Послушай, смотри, первый клэп. Постараемся по максимуму захилить, то есть там я чешку сдам, там, не знаю, какую-нибудь хуйню, просто сдадим всю хуйню, там, такую. А дальше, вторую, на втором клэпе незыбка, на третьем мы попытаемся прохилить всю хуйню, там тоже, на третьем получается третий клэп, подожди. Я уже все в блокнот пишу, нахуя ты мне это объясняешь? Я тебя про друидов спрашивал, блядь. Друидов нам... Ну, если ты сможешь реализовать так, чтобы рейд, групповые бафы сочетались, чтобы по два друида было в третьей, четвертой пати, то пожалуйста. Короче, ладно, я, нахуй, просто все сдадут на 60-й секунде и все, на 58-й, нахуй. Не надо, чтобы все сдавали. Надо, чтобы сдали трелка третьей, четвертой пати. Друид в пятой пати, нужно его ставить на крайняк, чтобы... Ладно, в общем, похуй. Надо так. Ладно, похуй. Давай я попробую, как бы там, ну, эти бафы раскидать сейчас. Так, эти третья, четвертая.
А они когда сдавать будут, нахуй? Мы тогда сдохнем уже все. Вот. Сейвы мне называй, какие еще есть у нас. Дальше еще, смотри, гимн. 5 гимнов. Так, гимны есть. Давай. Значит, Рианти будет сдавать минута 13 где-то. Гимн Рианти. Давай, потом Шалфиль пусть сдает. Притон, Красноярск кидаешь на босса? Да. Он по КД его кидает, писал. И Мидарк тоже пусть. То есть Рианти, Шалфиль, Мидарк, чтобы мы ДДшников вообще убрали, чтобы они перестали это кидавать в гимн. Чтобы они на дамаге. Вот и все. Либо мы можем просто после неизбитки дать сразу гимн на втором клэпе. Так, Мидарк, гимн. Так, вот три гимна подряд. Сколько у нас там еще? Но я не думаю, что три гимна подряд лучше. Думаю, или хотя, хуй знает. 8 минут КД, то есть 8 минут КД. Потом просто мастокрами закидать. Короче, смотри, как мы сделаем. Мы просто их после спокойствия будет гимн, а вот эти гимны мы уберем и будем через раз кидать. Когда между гимном раз топот будет это без гимна, типа, то просто хилимся, я не знаю, ну, типа... Смотри, есть, короче, идея такая, что мы его... просто, что Мэтт Фокс, Ватикон и Катрисия сдают спокойствие, а мы начинаем хилить первую, вторую пати. Я отошел. Давай, иди, ты мне говоришь Разве... неопределенную хуйню, блядь. Вот я тебе сейчас включу стрим, нахуй, и смотри, что я делаю, блядь. Давай, мне посмотрим. Надо четко, блядь, каждую секунду, чтобы был, нахуй, сейф, нахуй. Видно, блядь, стрим? Секунды, конечно, не шарю, там просто нужно... давай. Хули посмотрим. Шарить, вот, блядь, пишешь, нахуй, каждые 15 секунд удар, блядь. Хули шарить, нахуй. Что фастом у нас, Седжи, 20 минут АФК? Смотри, нет, давай сделаем так, на первом клэпе, то есть 15 секунд сначала боя, да? Да, это 15 секунда, а у нас прохил. Смотри, 15 секунда прохил. Такс. 30 секунда не зыбка. Тихо, подожди, не пизди так быстро, блядь. Давай. Так, сейчас мы их сдвинем. Нет, смотри, смотри, стой, стой, стой. На 60 секунду. На 60 секунду массакра. Подожди, блядь, не пизди. Заебал, блядь, я занят. Так. Ставить. Так. Варианте. Вырезать. Допустим, дальше. Да. Нам просто нужно попытаться, чтобы каждую 30-ю секунду, то есть 30-ю секунду, минута, минута 30, у нас был сейф. Потому что надо попытаться их растянуть по максимуму. Блять, это не еби мозг. Вот видишь, значит, не зыбка будет на какой? Значит, на 30-й 2.30. Да. Слава, мы сейчас в ВК стоим. Да, блядь, люди отошли. Как долго? Я не ебу, блядь. А чё, ты уходишь? Слушай, если больше 20 минут, да, я ухожу. Ну, блядь, ГЦ, ну, нахуй, хули, хули можно рода дать, нахуй. Ты бали, блядь. Так. Перенеси Мидарк гимн на 2 минуты. Да иди ты со своим гимном, но, блядь, не зыбки пока пишу. Так, хопа, вот, допустим, мы сдвинули их. Так, не зыбки, мы сохраним. Это чтобы они 3 раза за бой дали, стопудово. Да. Так, теперь, третья, четвертая пати спокойствия. Пятая тоже. Запихай пятая тоже пати. А потом что будет, блядь? Сдохнуть? Ну вот хуй знает. Ну смотри, сам просто знает. Можно дать. Ты мне говорил 12 ну, сейвов. Где эти 12 сейвов, блядь? Как мы вот эти вот пробелы блядь. Закрывать будем? А, ну тогда, да, получается, тут два сейва просто сдаются в один. А, пробелы просто ну, нужно жестко прохиливать. Да то ладно. У нас еще плюс гера. Себе, какой блядь? Гера секунда сдается? Гера с пула сдается, блядь. Гера с пула. То есть сколько она висит? 30 секунд, да? Вот, допустим, да? Да я и был, блядь, 40 она висит. Вот смотри, блядь, вот Гера. Гера дается на 5 секунде, как босса ставим. Первый мы прохилили, блядь. Вот эти три сейва дали, да. Блядь, поочередно. На минуте 15 мы дали спокойствие, похуй. Какая пати там, блядь? И 4. И пятая. Или не надо пятую? Давай это пятую оставим на... Пятую лучше оставить на потом. Тогда, пятую ладно, и вторую на потом. Пятую и вторую, блядь.
Вот, воткнем куда-нибудь. Так, давай вот тут вот нахуй шелфира вырежем и воткнем его под конец. Вырезать. Давай вот так вот. Сюда, чтобы через раз хотя бы было. Не, теперь так. Что у нас? Тут гимн. Тут вот, блядь, нихуя нету. Ну, думаю, вот смотри, начиная с 5 минуты, вот начиная с 5-15, думаю, по откату нужно уже фигачить любые. Че по откату, блядь? Что ну, такое по откату давать. А это уже не зыбко откатить. А это что такое, да. Нахуй? Это что, хуй написанный, блядь, или что? Вот это не зыбка и есть, блядь. Откатится, ну, третья не зыбка, нахуй. Откатится она уже после берсы через 30 секунд, нахуй. Как дела, блядь? Вот и думай, блядь. Ну вот смотри, блядь. Давай попробуем. Давай попробуем. Так. Смотри, у нас есть Midark, Шалфир, Рианти гимн, и остается еще два гимна, у меня и Кили. Давай вот тут зададим второе и пятое спокойствие после Мидарка. Потом у нас дырка идет. Вот на минуте 30, на 2.15 идет дырка, на 3.15 идет дырка. Рианти, еще у тебя Кила есть. Допустим, если плотно забить вот эту минуту 30 и 2.15 гимнами, то тогда здесь не будет дальше гимна. Ну, я дам ПС-ку, конечно, в килю тогда на 3.15. Надо а твой... под герой не прохилится первая и вторая? Первая и вторая под герой... Если сдвинуть немножко незыбку... Можно геру сдвинуть. Ну, да. Попробуем так. Один хуй дырки там есть. Ну, типа, посмотрим. Вот тут мордаунт. Гимн. Потом у Кила еще остался. И куда да, его лучше всего воткнуть? После спокойствия, вот здесь или вот здесь после спокойствия? Или после сыкры, блядь? Куда нахуй? Давай пробуем гимн Рианти, гимн Кила, гимн Шалфир, гимн Кила. Сделать себе гилд с массакрой. Тогда 4 дырки закроются. Ну пускай делает. Все равно не дает нихуя ДПС. Давай, ну бляха, давай то попробуем, знаешь, как сделать гимн Рианти сдвинь пониже и пусть будет куча... Либо Шалфира сдвинь повыше, то есть 3.45 гимн, Шалфир гимн и 4 гимн Килая. Так, еще раз. 3.45 Шалфир гимн, 4.00 гимн Килая. А Рианти куда, блядь? Варианте так оставим. То есть мы три гимна подряд зададим, чтобы у нас была хотя бы такая дырка. Сейчас, подожди, блядь. Ты делаешь себе рарник эту хуйню? Он отошел. Да, оно здесь, здесь у меня. У него есть. А, у него есть. Так, да. Надо его воткнуть, получается. Тогда воткни вот. Его на 3.45. Подожди. Либо... Не надо, не надо, надо. Надо, чтобы 3 он дал. Вот тут рарник. Потом на... Где? Это получается 3.15, да? Так, 3.15, рарник. Все, мы спокойствие уберем. И 5.15, рарник. Вот дырки закрыли. У кого там еще? А, ну, хульдринка есть. Допустим, посмотри, можешь сделать. Спокойствие убираем. Четвертый пати, это прям уже, думаю... Давай это, знаешь, как сделаем. Третья, четвертая пати, спокойствие, это прям уже... Ну, ебать. Не знаю, честно, что можно подумать. Да, вот, ну, тогда прям в любую вот, думу. Прям уже вот, остается, вот остается вот эти дырки на 2.15, 3.45. 4.15. Ну, я не знаю, тут, блядь... Если вот эти тринки забыли. Я говорю, вот смотри, ты еще килю забыл. Ты килю забыл. Ну, это одна дырка, у нас их 4 вот тут, видишь? Нет, смотри, заткни. 3.45 Шалфир гимн, 4.00 гимн Килая. Все. Что если... Какая разница, блядь, я и тут Килаю напишу. Ну, ладно, хорошо. Какая разница? Все, у нас только раз, два, три, четыре дырки, все, получится. Три дырки. Ну вот смотри, на 2.15, 4.15 и 5.45 это перед берсой у нас самое хуёвое. Вот. А если это... Как раз бурскин прожимать удобно. Мы геру, типа, незыбку просто сдвинем пониже. И все вообще сдвинем пониже. И у нас будет, типа, под герой и прохил на... Вот им проблема, что я не знаю, как будет, типа, как это работает. У кого у нас? В Рахель? Сколько у нас хилов? 4? Да. Ну... Но я не знаю, просто как друид как бы хилит под герой, честно, вот еще проблема у меня. Никак, точно так же, как и без геры. Ну вот, то есть у нас будет, получается, будет только 3 хила. Ну, почему никак, знает. Блядь, быстрее дотки кидает. ГГД же уменьшается вроде, ГГД нет? ГГД уменьшается, быстрее он дотки кидает, конечно. Ну это все в зависимости от символа. Вот я сейчас изменил символ на этот, скажем, мне на омоложение, которое влияет на скорость. Все, ну я не знаю, типа, вот эту всю хуйню надо реализовать, блядь. Давай пробуем. Запомните свое время, нахуй. И вот кто к сейвам относится, рарник, хилы там, напиши, это, когда пуляется босс, включите себе лучше кому-то диктовать.
типа мордовый. Ну, я не знаю, кто будет. Я диктовать. Подиктую, сейчас я телефон себе только поднесу аккуратненько. Вот этот таймер все... Там первую, главное, увидели, а потом видно будет. Потом там подкат у вас идет, блядь. С пула надо таймер запускать. Хули, Виланши нету, Седжу нету, нахуй, вот и все, блядь. А он когда в России первое это? Он я все покомандую, я сейчас себе просто на телефоне включу Дискорд и скажу, когда ты что-то... Ты скопируй дать. Себе, бля, в Дискорд скинул. Скажи мне первую, дальше просто она будет подкатывать. Вот, 60-я секунда, это на 58-й где-то, ты уж перед ударом. Четвертый клэп, короче, получается. Дальше по откату. Все, запомнил. Давайте я скажу, ладно, погнали. Сейчас у нас Сержа нет. Хули, погнали. Его не 20 минут не будет, его, блядь, полчаса не будет, нахуй. Он дольше всегда отходит. Есть к нам почтовый ящик? Сейчас еще Катрисия уйдет, нахуй. Гляньте, я все скажу, тут пиздец, у меня есть. Пиздец, нахуй. Эйя есть. Эйя? Эйя. Эйя. Тогда можно тратить. Только один на пол. Ну это маг. Да и похуй, маг. Смертник. Я хочу, чтобы, блядь, живые все были, нахуй. Ну, посмотреть, блядь, даем мы 400. Все сдохнут. Все, Катрис ушел уже. И вот эти вот пробелы, которые без сейвов, надо и запомнить всем остальным ДДшникам, чтобы они личную какую-то хуйню жрали. Допустим, что там из личной есть? Есть локовские камни, например. Вот на 20-15 можно камни сожрать. На 4-15 можно въебать эту, как он называется. Можно, знаешь, что сделать? Попробуют дать всем, просто всем это фласки, как они, рунический флакон с зельем. Так они с камнем КД вообще, блядь. Нет. Я и так хавал их. Огурчики. Так а припот как тогда пить? Да, с припотом КД будет. Один с пула, а один на ХП, что ли? Ну тогда камни жрать надо, тогда их просто поставить на удобную кнопку и камни жрать. Ну вот тут я, давай, камни, знаю, там... на 2.15, камни нахуй. И я думаю, там отдавать какие-то личные сейвы, скажем, что там у них. Тут либо... Пот на ХП, либо личный сейв. Похуй, какой я не ебу, нахуй. Ключ, нахуй. Ну, я не знаю, ключ, ДПС сразу. Да. Ну и 5.45 остается. А 5.45 это что, блядь? Кто будет помогать? Значит, всем помогать, нахуй, хилить. Левым, нахуй, я не знаю. Ну как? Дубовые, щитманы, нахуй. Лок кастуешь похищение жизни? Вот чисто посмотрю, блядь. Он не кастует нихуя, видишь, блядь. Вот если бы кастовал, то по людям смарт-хилка бы прохиливала в приоритете. И у нас 3 ШП, и они суммарно нахилили что-то около... Сколько здесь? 1 100 000, 1 200 000, короче, почти 1 800 900 нахилили вдвоем. Ну, втроем, точнее. Это еще хуйня, нахуй. Это, блядь, у нас просто инвизибла разъебала, нахуй. Три танка, ну, да. Инвизибла разъебала, блядь. Мне минут 15, и надо будет убегать. Вот видишь, нахуй, вот и все, блядь, вот и ГЦ, блядь. Гламура нету, у нас нахуй. Не люблю щиты. Не люблю щиты в Диси, тоже нету, нахуй. Он был, а куда он делся, кстати? Я не знаю, просто был такой прикол, что вот я заранее засчитывал челиков. Просто вот робот подошел... Не знаю, что-то там клапанул, щиты слетели моментально. Ну, первый удар, он слетает, блядь. Там 3 тысячи по 14 тысяч, нахуй. Вот и считай, сколько... Нет, это был не удар, это был не клэп. Ну, что это было, блядь? Я не знаю, что это было. Просто то ли автоатака, то ли что. Да, он не бьет автоатакой, блядь. Может, это отталкивание, слушай, было? Ты угораешь, блядь. Сейчас посмотрим. Полученный урон. Вот, допустим, давай. Тяжкий удар, этот опыт. По мне... Отталкивание 62 тысячи. Так, ну ладно, это что, чердейский шар? Тяжкий удар, атака ближнего боя по Илаше. То же самое. Отталкивание 60 тысяч в линдринг, то же самое. Так, а что отталкивание было? То, что я, ну я сейчас не знаю. Ну призом, ну тут это убивало его. Лай жертвенности. Капли еще, кстати, можно дать. Ну капли всего 3 штуки, да, они и пошотаться могут, палы попадать. Тяжкий удар, Хелот, тяжкий удар, Утилар, тяжкий удар, нет, его атака еще убила в конце. Тяжкий удар, нет, у другого дамага нету, только этот удар и все. Я не знаю, просто как бы там щиты были фуловые, бах, щиты, блин, КД. Если бы тогда их нужно засчитывать заранее, не заранее засчитывать их, а ну, постепенно.
А РТД мог немножко выйти подальше от бота? Сало словят. Mm-hmm. Сало словят сразу. Объясните мне механику, почему все сразу сначала бегут прям в робота, а потом уже убегают только в метку? Ну встань вне робота, словишь сало и сдохнешь нахуй. Что непонятного, блин? А, подожди, Войт, он же кидает самую дальнюю цель. Ну да. А самая дальняя хант. Ты можешь дистанцию набрать. Кому? А, ну в принципе все равно. И зачем? Оно не, не зависит от дистанции. Ну, единственный вариант, единственное объяснение, что это саппорт так прыгает. Но хуй его знает, блядь. Аркан саппорт по стандарту вон 75. Фласки проебали, нахуй. Я не знаю, с кем тут трает, нахуй. Тут, ну, не заходят онлайн люди. Нету персов готовых сюда. 4 хила не вывозят, блядь. Я говорю, это нерфа ждать, нахуй. Ну, либо мы вот хуёво... я тебе и говорил, что око надо отменить пока. Да нет. Ну, соляр-то оставить надо, как бы. Я типа, мне на самом деле вообще похуй. А это вот чубрика надо тестить. Ходят на соляру. Соляра вроде, блядь, хоть и долго бьется, блядь, муторно, нахуй. Ну, там может что-то упасть, там какая-то хуйня. По сути, блядь, ну... Я понимаю, если бы у нас было там 3 элема нахуй по 35к, которые дают, блядь. Ну, ДПС был совсем другой, блядь. А тут вот на ДПС посмотри, блядь, что это такое. Хуйня какая-то, блядь. Что это? Нанесенный урон, блядь. Вон. Маги 15-16к, блядь. Дальше он в дикон идет с ВХ 18. Дальше он с 13 места 20-ка начинает. Надо, чтобы вот это вот 20-ка... Два раза. Так я умер. Причем два раза. На первый пул 21 кадал. Надо, чтобы маги... А почему маги так мало дают? Из-за чего вообще? Как это объяснить, нахуй? Как вот... Как это понять, нахуй, вообще? Ну, не сильно одеты еще. Как это не сильно? На сурке-то они больше дают, блядь. Ну, там же статичный босс, а здесь... А здесь хуетичный или какой, блядь? А здесь, когда он клэпать начинает, он прерывает кастер. Ага. Прерывает прям? Ну, конечно. Не прерывает, а увеличивает каст просто. Ну, увеличивает, ну. А, есть же такая хуйня, скажи мне. Задержка. Это есть у паладинов мастер аур. Да, хуйня. Ну, у нас мастер аур только один ухпало, блядь, Рарди переделал, да, билд? Где он, блядь? А чего мастер аур да, там? Да. Нет, там нет. Ну, я на следующего робота сделаю билд с улучшенной аурой третьей. Так надо, конечно, этот билд, аура нужна. Можно по листам тоже. Ну, просто обычно те, кто качают талант, ну, у кого есть таланты на этой ауре, не качественно этого хватало всегда. Ну, все вопрос небольшой. А, является ли клэп заклинанием? Вот этот. Или это просто физатака? Какая физатака? Это магия, блядь. Магия, да? То есть можно... Я просто бегаю через талант на улучшенную солю и улучшенную капель. Слушай, Ром, не знаешь, вот у Бреста прекращает задержку произнесения исцеляющих заклинаний. Она будет с твоей аурой стакаться? Ну, конечно. Тогда отлично, все, пойду бельцы перебивать. Там... Поэтому всегда так и делалось, что, не знаю, те же логи, ну, я раньше играл на том же демоне, в два качаешь талант на минус это, если есть любой пал с третьей аурой, либо просто пал. Просто я не знаю, я себе могу еще билд перебить чисто под, вот, чтобы урон от магии уходил, ну, чисто под 6, только 6, 8, ну, на 8 единиц меньше, но это теряю свой сейф. Какой сейф? Не знаю, что уж. Ну, молитва отчаяния, я нахуй, хотя бы на полстолбата отхилюсь. Но из-за того, что я ракообразная, скажем это так, я боюсь, что я могу полечь везде. И вот, скажем, вчера, когда я побежал через пол площадки, через лича просто к вам, я под зубами, под этой хуйней выжил, в принципе. Она просто мне пол столба резнула. Я чисто это только выжил. Поэтому не я знаю, нахуй. Мне кажется, надо подрасслабиться, нахуй. Во-первых, люди не приходят, тут хуй подгадаешь. Во-вторых, блядь, босс, ну, мы не знаю, не такого гира еще одеты, блядь. Я хуй знаю, наверное, что проблема. Надо ставить око на выходные. На следующую неделю. Ну, чтобы людей просто-напросто было больше, потому что выходные. Или куда-нибудь, не знаю, на пятницу. Вы ставили, блядь. Там тоже, блядь, долгий сбор был. Воскресенье ставили. Ну, вон в четверг пойдем после ульды сразу в око почистим.
чтобы на неделю меньше времени тратить на все это. ЗС-ку можно вот в четверг. Мы в ЗС-ке тогда 3 босса за 50 минут убили. Ну что, мы будем пробовать? Ну я не знаю, там АФК люди. Да можно что, посмотреть. Заходи. О, Серж, все, давай. Кто там уфнулся? Катрисия, тут еще? Трали даже? А как мы траить будем, нахуй? Как? Можете поставить шкаф с моим аккаунтом? Катрисия, все. Капец, на улице гололед, лол. Угу. Даже Мидарк. Илья, у тебя же... Мидарк 20-й. Стандартный, да? Хэлло вообще пиздец, дамаг мощный. Надо разогнаться, видишь. Так, после того, что еще падал. Не, ну парник ебашит нормально. Вадикон, у тебя супроты? Да. Такс. Ну я так же на АП ебану. Я не знаю, сколько у нас времени-то мало остается, нахуй. Поймани-то. Никому там не надо, блядь, ближайшие 10 минут уходить, нахуй. Давайте час посидим, блядь, хоть потраем, нахуй. А то я ебал в рот такую хуйню. Я ухожу. Так, на АП выпью. Да, это, холидринг есть у тебя на АП еще банка? Есть, есть. То я, блядь, ДГБ пополнить. Бапер сам, видать, раскидал. Ты еще боешек нихуя нет. Припоты, видите, а то 13 человек припоты, включая их хапало. С припотами я вообще в ахуе, такие интересные. Че, второй пот под Геру будем? У нас была Гера. А, да? Ну, я думаю, сейчас не с пула давать. А на какой секунде топот начинается первый? На 15-й. Ну вот, на 10-й секунде, короче. Ну, или где-то на 8-й секунде дать Геру, короче. Чтобы, ну, захиливались два топота. 300 баф по бенстиллеру. Типа, если люди упадут, я уже не знаю, как это комментировать, нахуй. Рейте, блядь. По кому СС дать? Кто там самый бич? Вадикон, Бен Стиллер, Килли. Так, масло. СС по кому? Дай баночку, у меня 10 минут осталось. Ласка 7 минут. Мэтфоксу СС. Ну давай Мэтфоксу СС, самый дрищ. Ребятки, я... Меня уже пингают. Ты трай уходишь, да? Хули, не люблю щиты, нет. Че, с пула надо этот таймер прожимать? Нет, я скажу все. Давай. Бен, масло, блядь, фласки, нахуй. А подожди, будет, я скидаю тут мне что-то, какая-то хуйня. Давайте быстрее, блядь. Я уже ярость пожал. Какая хуйня там? Пула! Че орёшь? Эшкере! Блядь. Блядь, блядь. Прохиливаем сейчас полностью, дайте все хилы там, не знаю, просто сдайте свои. Нормально, отлично. Ой, да не потеряйте. Сейчас Юли под это подкаст нажмешь не зыбку. Давай. Так, зыбка была, все отлично. Сейчас прохиливаем. Следующий попал, да, идет? Да, следующий попал. Массакра. Давай Вадахейл. Лучше Вадахейл пусть жмет, чтобы не отвлекаться ему. Я нажал. Вы две дали, нахуй. Хорошо. Бичи, нахуй. Блядь. Спасибо. Лучше, блядь. Пусть Вадахейл жмет. Нахуй вы так, ну, блядь. Вы сами пистовас сказали, нахуй. Кто попал, блядь, дает. Он сказал Варахель, нахуй. Ну, пизду, поздно сказать, ладно, дай прохилимся. Иди в жопу, блядь. Опа. Здесь теперь, нахуй, как. Нормально, сейчас я буду, сейчас я буду. Давай, Радник сейчас дает. Найт Клэп. Мэтт Фокс, Вадикон, спокойствие на этом клэпе сдаете. Не сейчас, на клэпе именно. Мидгард, готовься, по команде Гим сдашь. Только щиток.
Кто у нас тут? Друг инвалид. И понятно, сдаешь этот спокойствие на клепе. И сейчас спокойствие. Давай. Сейчас просто прохилимся, камни хаваемся, там эти оковские, там, не знаю, сдаем какую-нибудь фигню. Килли по эти ПС-ку сдал, хиль. Сейчас тюлета, если не зыбко катилась, если жмешь на этом клэпе. Ага. Потом я сдам. Да, потом пал. Хель, на следующем сдашь. Варианте сальв. Равник, дай сальву варианте. Бэр Варахиле, срочно, и дайте ему фубэ. Кто бэрать нахуй? Говори, блядь, Ника. Равник, Варахиле, Равник, сейчас дашь этот, массакру. Пиздец, я хуею нахуй. Давай. Ага, блядь. Вы чё, блин, Друид инвалид. Мэтфокс, ресы в Рахеле. Рианти, готовь гимн. Матюкона. Давай гимн. Чё? А уже танки пиляли. Чё, пизда, надо. Футбол. Давай пробуем ещё дальше. Чувая, гимн готовь. Там помимо какой гимн, нахуй? Ты, ты видишь рейд там вообще? О, вижу. 10 тел лежит, блядь. Да все, я вижу. Вообще, во-первых, смотри, когда ты говоришь, БР не то-то просто так тебе с воздуха не дает. Надо ник человека. Я сказал, БР Барахейла. Ты сказал Рарник БР, нахуй. Рарник, да, не Рарник, дует, блядь. Я специально зайду, гляну. Ты будь повнимательнее. Мы не знаем о Рарнике. Ладно, хорошо. Надо сейф какой-то добавлять. Я не знаю, нахуй. Нормально все было. Не, ну смотри, у нас на массакре мы выжили, на первой массакре, на первой зыбке мы выживали, хорошо очень. Все нормально, ну, жили, да. Блядь, но... Два ИМА. Нормально жили, блядь. Но как Хэпал умер, я не знаю, нахуй. Священные жертвы два зажали, потому что там. Священные жертвы? Надо идти собирать уже. До свидания. Пизду, нахуй. Где этот, нахуй, не люблю щиты, блядь, бич? Не знаю, он был и вышел. Дайте ему пизды, скажите, что за хуйня, нахуй? В два танка. Он... И хули два танка, сейвов, блядь, меньше. У нас в три, видишь, нет. Не хватает. А, после 50% у тебя слишком много РДД вырываются вверх. А бидон тут? Короче, я понял, надо бидон будет должен, божественную, да, защиту вместе я с нашел. Закрой. Ну да. Ну вышел с игры, нахуй, ну. А бабл ты не прожмешь? 50-50 прожал, потому что жертву уже. Так, тогда прожил. Блять, ебаный урод, ебаная хуйня, нахуй. По ДПСу мы типа, блять, нормально шли. Только если бы не стали падать, блять. Сейчас мой был прям. Тут не осталось. Да. Знаешь, что надо сделать-то было? Надо было там в танка закинуть. Это зубы. Думал, ты выжил бы тогда. Нам на полов надо больше. У нас типа два роги, это ну и дело. Я бы думаю 3-4. Надо смотреть. До пол хп всего хватает. То есть на полами, да, вот с двумя это все нормально. Так а дальше так и будет. Там слишком большой, ну, процент агро, поэтому снимается. Блин, много. И как бы роги там не старались, хоть их 5 штук будет, они просто столько не смогут напулить. У него 200к слетело с агро. То есть, ну, как бы тут уже надо наоборот гасить ДДшников. То есть давать сальвы. Да. И тому сальвы тоже много ты не дашь, у нас всего 3 паладина. Ну, у тебя ШП и совы будут вырываться, как ни крути. И, то есть я даже на, ну, но... на слабенькой фазе, на гневах останавливаю ДПС, чтобы хоть чуть-чуть не вырываться. ШП могут, но... сбрасывать. ДПС все равно... Нет, ШП не сбрасывают. На 10 секунд, конечно, ШП могут агро. ШП своего. Сбрасывают агро. Она не сбрасывается, оно понижается. Кто шарит ситуацию по агро, ну, анонсите, в кого на пул давай. У тебя Омана нет, что ли? В Омане же видно. Так скачай Оман. Ой, да если просто раскидать. Не предоставьте. Блять, как это не... Надо больше, короче, в гильду элемов. У них нету проблем с агро. Не, ну это понятно, но... Надо просто удалять, нахуй, бесполезные вот эти классы все и качать элемов всем, нахуй. Будут потом реворк другие вкачаем, ничего страшного, нахуй. Апнул, да, допустим, блядь. Там... Варл, оба.
Это заебемся делать туда. Да и похуй, хули нам спешить, нахуй. Да ебать, сейчас месяц нерфанут, наверное, эту хуйню, блядь. Будем убивать нормально. Может, С4 нерфанут эту гадость? Не знаю. Не, ну сейчас, в принципе, нормально было. Мне понравилось. Ну, более-менее жили, блядь, если вы с вами все закрыли нормально. Только вот добавить еще бы пала, блядь, которая бы это, плюс... Если попробовать... Да, холи пала бы, вот два холи пала. И при ДЦ холик, ну, в принципе, можно, там, что будет, два масс, два таргет, два масс, и чисто на этих... А паладины, ну, что сдают? Холи палы тоже массовкой хилят. А что паладины сдают? Ну, сомневаюсь, что вторая хпала особо вытянет как раз таки. Лучше что-то, что на постоянке хилит, реально по типу ретро. Шаман. Ну, если только шамана взять и... Не, слушайте, если шамана только взять и пусть в Т10, ой, в Т4, и пусть он кидает читок не на танка, а кидает читок именно вообще какой-нибудь там, не знаю, в тряпку какой-нибудь. А щиток срабатывает именно от этого. Атаки, удара. Что там, рыбы, а коллеп не будет считаться разве? Это заклинание, я так понимаю. Нет, смотри, там чисто же у 4-4 шамана просто исцеляет всех в радиусе 8 метров. Там исцеляет в радиусе 8 метров. Консилятор что, ПВПшник, что ли? У него нет проходки. Не, просто он ПВПшник, так вот не смотришь, блядь, пик тигра, блядь. Да, каждый АДК может быть ПВПшник, это ебать. Там минимум надел и пошел кайлами фигачить челоков. Короче, я хуй знает, нахуй, и что делать дальше, блядь? Ну, надо либо это жестко что-то прям это самое решать. Не, ну да, сосать. Есть такое. Не, ну, либо, смотри, Войд, либо реально оставлять око только Соляру, робота ждать нерфа, либо... Ёф оставлять-то? Либо полностью дать око. Тогда не... Ну, я не знаю, честно, что это за такое. Не, ну уже лучше, мы списали сейвы, уже лучше. Да как бы, но... вот мы сейчас до 30, там, скольки, 5% его сняли, дальше просто жили. Если бы начали сальвы раздавать и как-то скидывать, дальше, тормозить, да, у нас бы поехало все дальше. Там дальше умер я, умер прист, по-моему, какой-то рарника как-то снесло, непонятно тоже. Только да и... Ну, нет, потому что не захилили. Не, я 50 на 50 не прожал. Ну, то есть, я имею, ну, Вархель бы не умер, и дальше бы все нормально пошло, если бы мы начали, ну, говорю, агро скидывать. Выбрали. Ебаный ходит, все ругается на макроса, заебал уже. Просто МСК не отменилась. Это Викарус, да, вот у тебя стоит, которая показывает все эти сейвы? Ничего мне не стоит, блять. Как там называется этот аддон? Ну, хуёво. Это плохо. Знаете, как это называется аддон, который там показывает всю эту гадость? Какую? Ну вот, типа, кто-то же скидывал в флудилку все массы, там, типа, гимны, тотем, вот это, то есть... ТВМ вот, можно настроить. Okay. Смотрю. Сейчас гружусь, подожди. Что? Бидона не будет, я так понял, да? У нас что, Мордаун Тарелл теперь? Да. Да-да-да, вот это самое, аддон. Викаура. Ну, ну чё, вот. Расход давать или чё, блядь? Ну, в три хила мы это дело не потащим, мне кажется. Ясен хуй, блядь. Аспект кого-то из ЭДшников, это, ну, хуёво будет. Просто так с ДПСом чё-то хуйня какая-то. Ну, сколько у нас... А не, давайте, может, ещё чуть-чуть подождём. Ну, чё, блядь, смотри, у нас осталось час всего, да? Типа, мы будем сейчас ещё полчаса ждать. Ну, если мы час будем трайт, то... Почему нет? Дело в том, что... Потравили сегодня раза 4-5. А кто хилить будет? Мы времени проебали. Да, если бы просто сразу бы пришло бы сразу 27 человек хотя бы, чтобы там 2-3 на замене было. И не было вот этого ФКшения, хуяшения, блин. Ну, хотя бы, знаете, если доверять, что мы можем его заебашить, есть шанс, как бы. Нет, шансы есть. Но тогда нужно подбирать пачку рейдовую так, чтобы вот такая вот и было, такое состояние было, чтобы было столько сейвов было. Такая же танкопозиционка, ну, ну а ДД, я не знаю, может просто одеть надо посильнее. Посмотрю, типа, вот фаеры, они дамажат больше, чем простые. Я эти...
Не знаю, кстати, сколько от броши скоробея висит абсорб. По-моему, там недолго висит. Не знаю. Скоробей это какой? 2 гп стоит, блять. Не, там статов дохуя теряется, хуй знает. Ну так, если посмотреть на паладина, вместо чего ее одевать. Хосту проебешь или 128 инты. Ну, а я лично у нас стентовые три не одел бы это стануть. Даже любопытно стало. А трени же не могут свапать во время боя, челики? Нет. Нет. Это хуёво тогда. То есть вместо интовой можно одеть? Интовой. Хостовой никогда не сниму. Хостовой. Подожди. А если тебе ключ вместо этой интовой запихать, чтобы Я умер не от, так сказать, не от непрохила. От чего? Я умер от того, что этот ЕПДП в последнее время начал ругаться на макросы. Я МС-ку сдаю макросом с конца лаура. И у меня просто она заругалась и не нажалась с конца лаура. И не отменилась в итоге. Который я скинул. Да скачивал, вот оно у меня сейчас именно этот и ругается, сука. А кто выживет? Я у меня все укшетало. А под полтинником ты не выживешь, да, получается? А там даже под полтинником может ебать. А в дубы, если закин, что? Тем более смысл ему давать фуловую массаку, когда там концы лауры хватают за глаза. То есть минус дамаг по рейду я вешаю на всех. Так и не надо, блядь, фуловую давать, 6-секундную надо только давать, и все. Ну, я же ее и даю. А вот этот вонючий ПГП наругался и не дал мне отменить. У меня просто не отменилось макросом. Сейчас отключу вообще нахуй. Все, ну нихуя не буду лутать ближайший год, наверное, хэпалом. Ну бидон, я тоже закнопнулся, блядь, заебись. Ну это приором. Гламур, бидон, отвалились, просто нахуй им это не надо, блядь. Я хуею, блядь, с людей. Ну за гламура я удивлен. Я, честно, я устал просто 2 часа нихуя делать. Как и, наверное, большинство. Да вот именно что охота троить. Ну, уже, типа, уже настроя особого нет. Ладно, ну, смотрите, у нас каждым КД потихоньку все лучше и лучше становится. Да, блядь, это ранг просто мы бы посидели сейчас 3 часа, бы также бы распилили вторую фазу, бы что там как нажимать, поебланили бы, вот бы всех похуесосил, мы бы убили концу РТ. А по итогу мы, блядь, сидим и ждем нахуй. Просто челики некоторые не играют. Да. Они просто не хотят этого, не хотят потом. Когда это уже на готовенькое, нахуй, уже когда все Т5 фармится. Но... Плюс еще после 50% кто-то поносит и ссалил. Потому что я, допустим, не могу следить за ним. То есть мне скажите, в кого я кину, вообще без проблем. Но следить за игру чуть-чуть сейчас не могу. А потом посмотрю, блядь. Если кто-то кинет, кого кинуть, я кину. Тем более у меня улучшенное ссалил. Я скинул 2 раза больше игра человеку. Ты завтра будешь ровист? Да, возможно, опоздаю минут на 10-15, но буду. Ага. А днем в 13 не будешь, да? Ну, вряд ли. А что скорее всего. 13. Все, я поиграю с большим вонючим. Ну, это так, это тестовая хуйня. ГМХМа нет уже больше. Ну, если он ладно не будет, то и не будет рейда, нахуй надо. Не, я подойду. А так, вот, если... У меня в ближайший месяц вообще вряд ли до 4 я буду онлайн. Я потихоньку переезжаю, просто небольшие ремонты делают с этого. Я так стараюсь как-то успевать. Вот иногда не выходит. Не перезайду в игру. Так что мы делаем? Нихуя не делаем. Уже все, уже чисто общаемся. Я хуй знает, Слава, бери это таблетки, там, какие-нибудь на терпение. И надо делать нахуй людям проходки. Пускай этот канцелятор ебаный, блядь, идет. Надо таким вот канцелятором. Слава, какой-то маг писал. Какой? Где? В гильдию просился, тебе писал. Сейчас, что ли? Давно, но посмотри, полистай повыше. Минут 30 назад. А, ну так, наверное, там уж исчезло все нахуй. Ну, скажите ник просто, Слава. Катрисия, не его, блядь. Сейчас уже нету. Надо челиков новых искать. Ну чё, срезай. Проходки, да. Срезай ЕПГП, да. Пошли тебе челить. Ну. По полтиннику, да, и всем на кофе. Это, пошли. Я бы единственное что сходил. Ну давайте, да, сейчас срежем. Ой.
это. Завтра смотрите, вот приходите, ульду быстренько закроем и.